Всех приветствую, с вами Друманин Дрин, и мы продолжаем проходить Dragon Age. Спустя очень большой промежуток времени, почти что в год, я решил все-таки продолжить его. Не знаю, понравится вам или нет, отпишитесь, пожалуйста, также можете что-нибудь допосоветовать. И, пожалуй, начнем. Итак, давайте посмотрим, что у нас в дневнике было. Лотеринг. Уничтожить разбойников. Давайте этим займемся. Здесь мы, по сути, поговорили с преподобной матерью, ничего полезного не узнали. Только из нас выкачивали деньги. Итак. Проклятые святоши читают тут. Вот сундук. Но у нас некем его открывать, потому что нету разбойников в отряде. Я хочу домой. Только новых сражений нам тут не хватало. И как-то тут всем страшно. Ну ладно, пусть они тут остаются, а нам нужно идти и уничтожать разбойников, которые их грабят. К сожалению, тех разбойников мы отпустили, но, видимо, тут завелись еще. Ну, когда такое творится в деревне, то есть она на пороге смерти, само собой люди начнут бегать и стараться выживать всеми силами. Только это может у них не получиться. По крайней мере, не у всех. Итак, разбойники у нас где-нибудь либо в деревне, либо в ее окрестностях, так что поищем. Также посмотрим, может быть, там еще есть задание на доске проповедника. И, пожалуй, бафнем нашу группу. Ты у нас что? Укрытие щитом. Ага, у тебя одно открывается. Да-да-да, понятно. Морриган. У тебя тоже... А, ну значит тогда снимем у себя баф, потому что ты нам уже бафаешь группу, смысл нам еще обладать одним бафом. У тебя дебафающие и... Ну, собачка как собачка, ничего особенного. Повсюду беженцы. Место певчего. Нет, заданий больше пока что нету. Давайте откроем карту, может быть там будет показано. Ага, Алисон какой-то. И, кстати, я хотел заглянуть тут к торговцу. Привет. Не думаю, что ты собираешься что-нибудь купить. Именно что собираюсь. Покажи-ка, что у тебя есть. Ладно. Ты только все подчистую не скупи. Думает, что я у него все скуплю. И нельзя будет бедных людей разводить на деньги. Посмотрим, что у него есть. У тебя в основном мусор. Клятва стража? А, ну это я продал. Это я продал, мне это не нужно. Да у нас, в принципе, не особо много чего продать. Можно вот топор воина пепла продадим. И зачарованный кинжал, наверное, продадим. Куда нам можно еще сходить? Здесь у нас церковь. Нет, здесь уже некуда ходить. Давайте продвинемся дальше в деревню. В случае чего, можно всегда будет вернуться назад, я думаю. Вряд ли порождения тьмы нападут. Хватит прямо сейчас. По крайней мере, мы успели обогнуть Орду. Здесь тебе ничего не обломится. Что ты все на меня пялишься, тварь блохастая? Или не понимаешь, что тебя тут видеть не хотят? Мне приятно общество диких зверей, а не вонючих одомашненных волков. Он еще и настаивает. Безобразие. Морриган даже с псом не может ужиться, не говоря уже с людьми. Видимо, он ей как-то сильно не понравился, из-за того, что он домашний. На ее месте я бы говорил потише. Сейчас на военную службу забирают всех, кто может... Будь начеку. Пора... Будь начеку. Убежище Дейна. Приветствую вас, милорд. Это, видимо, этот... Таверна так называется, странно. Давайте заглянем в нее, может быть, и тут будут пару заданий, либо выполним какие-нибудь задания спонтанные. Так, может быть, что-нибудь купим, ну-ка, продадим. Ребята, посмотрим, что тут у нас. Похоже, нам здорово повезло. О, солдаты Лагейна. Это добром не кончится. А когда это добром кончалось? Все утро искали точно такого эльфа. И все как один твердили, что в глаза его не видели. Похоже, что нам врали. Господа... Вам незачем беспокоиться. Это, без сомнения, всего лишь несчастные беженцы. Вовсе они не беженцы. А теперь отойди, сестра. Святоша какая-то к нам полезла еще. Изменников, и сама получишь на орехи. Так.
С чего ты взял, что мы изменники? Сударыня, мне не нужна твоя помощь, не вмешивайся. Ты в моей защите не нуждаешься. Но эти люди будут слепо исполнять приказ своего господина. Пусть даже ценой собственной жизни. Это верно. Я не слепой. Я был при Астагаре, когда Тейрн спас нас от предательства серых стражей. Вот гад еще и врет. Я служу ему с радостью. Хватит болтать. Стража арестовать. Монахиню и всякого, кто захочет вам помешать, убить. Правильно, не будем мешкать. Ну не мешкайте. Итак, сейчас я вдам по ним конусом. Вдай как-нибудь так, чтобы их всех задеть. Вот так вдаю конусом Аланам. И сейчас переключимся на Морриган. Она у нас... У нее не очень полезные атакующие способности, зато дебафующие неплохие. Вот ты возьми и этого заморозь. Алистер, возьми на себя тоже этого солдата. Пес тоже на него. Не вмешивайтесь сейчас под мои касты. Ой, нечаянно бедного человека заморозил. Сейчас пока не заморожено, попытаюсь вдарить по ним еще и конусом огня. А теперь давайте отойдем назад. И пока они еще не вернулись в строй, попробуем их убить. Давайте сначала разберемся со всей швалью, а потом уже займемся командиром. Ой, походу там кому-то голову отрубили. А, это Алистер постарался. Дружелюбный парень. Так, сейчас повеселимся. Ну куда ты на меня прешь? Отлично. Они получили хороший урок. И теперь можно прекратить бой. Я не хочу, чтобы они сообщили обо всем Лагейну. Серые стражи не передавали короля Кайлана, его предал Лагейн. Я был там. Тейрн вывел нас из западни. Я тебе сейчас за ложь. Ты набрек короля на смерть. Это стражи привели короля к гибели. Тейрн ничего не мог сделать. Ты и вправду слеп. Стой. Погоди. Они сдались. Им с тобой не справиться. Пощади их. Они хотели убить нас. Но не смогли. А я никому не желаю смерти. А я желаю. Ну так помолись за них напоследок, сестра. Ты хочешь сказать? Что ж, ладно. Да простит Создатель ваши прегрешения. Да направит он вас и не оставит взором своим. Им это сейчас очень пригодится. Сарказм. Вот и все. Ну даже пошевелиться не успел. Но я не могла просто сидеть и не помочь. Все в порядке, я рад, что спас тебе жизнь. Спас мне жизнь? Уверяю, я и сама бы справилась. И кто же ты, собственно, такая? Позволь представиться. Я Лилиана, послушница церкви в Лотеринге. Вернее, бывшая. Лилиана. И захочешь обратиться, зови меня Алан. Мне сказали, что ты серый страж. Ты ведь будешь биться с порождениями тьмы, да? Ведь серые стражи этим занимаются. Я знаю, что после всего случившегося тебе понадобится вся возможная помощь. Потому-то я и пришла. Помощь мне понадобится, это правда. И Создатель хочет, чтобы я пошла с тобой. Ты могла бы уточнить, какое мне дело до желаний твоего бога? Он не только мой бог. Создатель любит нас всех. Я знаю, ты, возможно, не поверишь, но у меня был сон, видение. Еще одна сумасшедшая? Я думал, что с нас хватит. Смотри на местных жителей. Они в растерянности и в отчаянии. А эта тьма, этот хаос будет шириться. Создателю это не угодно. То, что ты делаешь, что тебе назначено сделать, за всем этим стоит Создатель. Позволь помочь тебе. Боюсь, одних молитв будет маловато. Я умею сражаться. И еще много чего. Я же сказала, что не всегда была послушницей.
Придя сюда, я отошла от той жизни, но теперь, если такова воля Создателя, я вернусь к миру. С радостью. Прошу, позволь мне помочь тебе. Очень хорошо, я не отвергаю предложенную помощь. Возможно, с головой у тебя куда хуже, чем думала преподобная мать. Спасибо. Получить такой шанс – честь для меня. Я не подведу вас. Ура! Действительно. Теперь с нами будет ходить монахиня. Давайте пса вызовем с свисточком. Итак, давайте обыщем солдат. О, аметист можно будет продать в случае чего. Итак, если Барлин. Если насчет еды, то к этому треклятому коротышке возле церкви. У меня есть на продажу и другие вещи. Насчет него не беспокойся, я обо всем позаботился. Правда? Ну, я и не знаю, что сказать. Спасибо. Покажи, что у тебя есть. Так, капканы. Капканы, рецепты. Которые, я думаю, можно купить будет позже. Шип мертвых богов. Громоотвод. И раскраски. Мне это пока все не нужно. Если ты насчет. У меня есть на продажу и другие вещи. Если тут лотринги, хорошо оплачиваемая работа. Почитай объявление на доске проповедника, что возле церкви. Там часто предлагают хорошую работу. Ты, наверное, не разбираешься в ядах. В ядах? Ну. Яд. Я когда-то этим увлекался. Знал, что если буду всех расспрашивать, то рано или поздно найду подходящего человека. Я бы щедро заплатил за какой-нибудь простенький яд, такой, чтобы замедлить или отогнать этих бестий. Не знаешь, где можно взять ингредиенты? В северном лесу растут всякие травы. Что касается другого, пошарь вокруг деревни. Многие беженцы так спешили, что побросали свои вещи. Я правда не знаю, что тебе может пригодиться. Кое-что можно сыскать и... Хорошо. Ядовитое предложение. Давайте-ка оденем Лилиану, а то она у нас выглядит совсем не очень. Кожаный шлем 1.25. За место одеяния возьми хоть нормальный доспех. Высочайшая награда дома Дейс. И кольцо. Что у нас из оружия есть? Из оружия у нас есть всякое. Но я не буду это одевать, это слишком халявно. Я это оставлю, а когда заслужу эти оружия, только тогда их и одену. На лезвие тебе ловкости не хватает. А есть ли нормальное оружие у нас другие? А нормальных оружий нет, я их, видимо, все продал. Значит, придется тебе пока с одним кинжалом походить, к сожалению. А мы пока... Что дальше? Давай еще раз ты бафнешь группу, потому что я что-то не вижу ледяного оружия. Посетители, беженцы. Вот, кстати, Блэкстоунского связного я увидел, пока дрался. Чтоб я так жил и дышал, ты же серый страж. Тот, про кого все только и говорят. Что я могу для тебя сделать? Я представляю блэкстоуновских волонтеров. Мы рота наемников, для которой после войны с Орлеем настали трудные времена. Тебе наверняка известно, что и нынешние времена с каждым днем становятся все хуже. С твоей помощью волонтеры смогут опять послужить Ферлдену. С какой стати мне вам помогать? Блэкстоунские волонтеры сражались вместе с королевской армией против Орлея. Годами мы помогали аристократам защищать их земли и служили людям, попавшим в беду. Рельнор наш нынешний капитан, человек чести, и он понимает, что мы опять можем послужить на благо Ферлдена. Он так свято верит в нашу миссию, что убежден, будто серый страж станет нам помогать. Как я могу вам пригодиться? Наши командиры подумали, что ты не откажешься нам помочь. На каждом нашем почтовом посту в Ферлдене будет письмо, адресованное тебе. В отличие от большинства наших помощников, ты будешь получать письма напрямую от Рельнора и Таурана, наших командиров. Надеюсь, это покажет тебе, как высоко волонтеры почитают серых стражей. Я погляжу. Спасибо. Когда закончишь миссию, просто приди ко мне или к любому другому волонтеру на почтовом посту. Твои труды не останутся без награды. Ну, я надеюсь. Осветит твой путь благословения Создателя. Не верю я в вашего Создателя. Атеист. По сусекам покрести.
Друг мой, есть люди, которые поклялись помочь блэкстоунским волонтерам в трудные времена. Теперь эти времена настали. Здесь ты найдешь 3 письма о призыве на службу. Доставь их согласно прилагаемому списку и возвращайся к волонтерам за наградой. Если кто-то из этих людей откажется исполнить клятву, сделай все необходимое, чтобы он передумал. Дернал Гаррисон Рэдклифф, Патчер Гричи Лотеринг, Варл Баэрн Денерим. Твой друг Тауран. Нарушение долга. Получишь... Друг мой, волонтерам нужен надежный агент, который выследил бы дезертиров и разобрался с ними. Сделай это и получишь награду. Эти дезертиры забрали с собой ценные припасы, которые жизненно необходимы для деятельности волонтеров. Разберись с этим балластом, как сочтешь нужным, и доставь припасы как доказательство, что дело сделано. Мы не станем спрашивать, каким способом ты добьешься своего... И что станет с дезертирами? Мы полностью полагаемся на твое благоразумие. Скорее всего, ты найдешь их в следующих местах. Самаэль Лесбрисилиан, Лейсон Денерим, Томас Морозные Горы. Тауран. Отлично. Посетителям пофиг, что тут изрубили людей. Собственно, дело, видимо, обычное. Сундук. Сундук. А Лилиана-то умеет у нас сказать? Она у нас кто, кстати, по классу-то? Разбойник. Длинный меч. Вот, может быть, ты сможешь его сейчас одеть. Давайте проверим. Длинный меч. Да, она может его одеть. Нет, надо вот так сделать. Надо свапнуть меч местами и кинжал. Да, вот, теперь он свапнулся, и у нее два оружия. К сожалению, у нас перчаток нету. Итак, повар. Я не потерплю драки на своей кухне. Вон иду, отсюда. Иду. Эльфийский корень. Нравится, что вот так вот можно легко бегать по чужому заведению и обворовывать его. Тебе мало неприятностей? А с нас уже хватило Лотеринга. И что, если так? Если опьянение добавит тебе счастья и спокойствия, считай, что выпивка за счет заведения. Что ж, зовут меня Дэнал. Извини, у меня нет времени поговорить. Сам видишь, в доме полно народу. Наверное, свободных комнат нет? Посмотри, люди спят на полу и даже на чердаке, а ты говоришь о свободных комнатах. Надо, наверное, говорить о свободных местах. А кто были те люди, с которыми мне пришлось драться? Когда Тейр Налагейн со своими людьми проходил мимо, он оставил этих парней, поручив им искать серых стражей. Думаю, ты один из них? По-дурацки как-то. Он выставил всего лишь пару солдат на мои поиски. Все-таки я маг. Тут храмовники нужны, чтобы меня одолеть. Не говори об этом никому. Рядом с тобой мне безопасно, что бы там ни говорил Тейрн. Мой дед и сам был из серых. Я не выдам твой секрет. Что я могу тебе предложить? До тебя дошли какие-то слухи? Рыцари Рэдклиффа прибыли в Фералден с каким-то заданием. Но, как я слышал, люди видят их все реже и реже. Может, они вернулись в Рэдклифф? А может, их поубивал Тейрн Лагейн. Скорее, они устали искать то, чего нет, и прекратили поиски. Интересно, что станет делать Эрл Эамон без своих рыцарей? Что еще я могу для тебя сделать? Ты еще что-нибудь слышал? Короля Кайлана похоронили в Денериме. Владыка церкви объявил тот день днем траура. Мимо погребального костра тянулось траурное шествие длиной в милю. Хуже всего, что не нашли тело, чтобы сжечь его, как полагается. Знать бы, что сделали с королем эти чудовища. Что еще я могу... Скорее всего, разорвали на части и съели. Либо, может быть, отрубили ему голову и на кол посадили в назидание остальным людям. Я бы не удивился. Я слышал, король гномов скончался. Он, конечно, был стар, но, думаю, его отравили или убили каким-то другим способом. Для гномов это обычное дело, так ведь? Что еще я могу для тебя сделать? Ты еще что-нибудь слышал? До меня дошли новости. Как много ты всего слышал? Тейрн Лагейн объявил себя новым регентом. Этого можно было ожидать, ведь его дочь — наша королева. Что еще я могу для тебя сделать? Так, видимо, Лагейн давно строил эти козни. Раз уж его дочь королева, получается, все королевство под ним. Многие недовольны тем, что Тейрн Лагейн стал регентом. Ходят слухи, что он как-то причастен к смерти короля. И расскажут же такое. Его убили порождение тьмы, это яснее ясного. Если уж Т.
Тейрну Лагейну не удалось спасти короля от смерти, то никто другой не смог бы и подавно. Что еще я могу для тебя сделать? Давай еще слухи. Хвала создателю за то, что мы не потеряли Тейрна Лагейна при Астагаре. Говорят, он как раз вовремя увел свои отряды. Если бы не он, мы бы погибли. Что еще я могу Если бы не сделать? Он, мы бы победили. После смерти короля Кайлана трон перешел к королеве Аноре. Она сделала своего отца регентом, по крайней мере, на какое-то время. Думаю, отец Кайлана, старый король Мерик, одобрил бы ее выбор. Что еще я могу для тебя сделать? Еще слухи. В башне магов на озере Калинхат происходит что-то странное. Но никто не знает, что именно. А храмовник Надо наведаться в старый дом. Рыбы. Именно то, что нам нужно, верно? Будем надеяться, что маги состряпают блюдо, которое станет порождением тьмы поперек глотки. Кто-то же должен это сделать. Что еще я могу для тебя сделать? Я слышал от одного проезжего, что в Рэдклиффе произошло что-то ужасное. Может, на город напали порождения тьмы? Оттуда да, и именно в этот момент, когда я выжил, на весь Фаралден обрушились всякие несчастья. Которые убедили его в том, что впереди только смерть. Приятель благоразумно повернул во свояси. Что еще я могу для тебя сделать? Я слышал, Тейрн Лагейн, наш регент, объявляет новый набор рекрутов. Он хочет собрать армию взамен погибшей при Астагаре. Все дело в том, что в стране осталось не так уж много пригодных к военной службе мужчин. В окрестностях Пика Дракона бродят шайки вербовщиков и забирают всех, до кого дотягиваются их грязные лапы. Что еще я могу для тебя сделать? Значит так, придется гражданскую войну начинать за трон. Люди, побывавшие на восточных дорогах, говорят, что в Брессилианском лесу завелись оборотни. Настоящие оборотни. О них никто не слышал со времен Дейна и ему подобных. Что я бы так не радовался. Что тебе сделать? Охотники, побывавшие в Брессилианском лесу, рассказывают, что тамошний далийский клан поразила странная болезнь. Вероятнее всего, это мор. Бедняги. Что еще я могу для тебя сделать? Странные слухи дошли до меня на днях. Якобы король Кайлан на самом деле не был сыном Мерика, а настоящего принца с рождения прячут в Денримском дворце. Странный Надеюсь, слух. Они каждый день кормят его пряниками, чтобы малыш был доволен. Может, он слабоумный, а может, маг. Представляете, что будет, если настоящий сын Мерика окажется магом? Что еще? Это было бы круто. Мы бы с ним поговорили по душам. А это Эрлесса Изольда, молодая орлесянка, ставшая женой Эрла Эамона. Говорят, она пыталась отравить мужа, чтобы выйти замуж за его брата, Банна Тегана. Святая правда. Что еще я могу для тебя сделать? Говорят, в трактире... Так много у него слухов. Подают пастуший пирог, начиненный ничем иным, как пастухами. Мол, хозяину трактира не нравится, что стада пасутся слишком близко к его полям. Что еще я могу для тебя сделать? Еще слухи. Эрла Уриена не убили при Астагаре. Его сын, лорд Воган, нанял антиванских воронов убить отца еще до того, как тот доберется до поля битвы. А его самого убили какие-то эльфы. Печально. Что еще я могу для тебя сделать? Я часто слышу рассказы о том, что мертвецы выбираются из своих могил. Вчера один фермер рассказал, что дочкин котенок, похороненный за амбаром, ожил и с громким мяуканьем, как ни в чем не бывало, выбрался из могилы. Коты-зомби? Его дочь так радовалась, а потом котенок откусил ей палец. Что еще я могу для тебя... Да. Не знаю, что тебе... Все, выговорили его полностью. Не знаю, за такой рассказ нужно точно ачивмент давать. Я хочу послушать бардов. Может, поговорим, когда... О, Барт. Извини, мне надо играть, иначе я сегодня не заработаю ни гроша. Я хочу домой. Видимо, тут уже не с кем говорить. Так, надо Мори Гонзанова бафнуть группу, потому что у Лилианы не на все оружие действует. Бедный песик тоже весь обмораживается. Ладно, мы взяли тут задание, нашли нового спутника. Теперь нас целых пятеро. И будем потихонечку тянуться дальше.
искать, где бы чем-нибудь поживиться. Куда бы Стейрну Лагейну выжить, когда даже серые стражи погибли там, на юге? Готовы помочь беженцам? Хо-хо, эти собаки наконец получили по заслугам. Настоящий герой, вот что я скажу. Хо-хо. Это, видимо, он про солдат Лагейна. Ну, видимо, ни сам Лагейн, ни его солдаты тут не в особом почете. Привет тебе, незнакомец. Ты не знаешь кого-нибудь, кто умеет делать капканы? А зачем тебе нужны капканы? Стар Барлин сказал, что скоро сюда придут порождения тьмы. Он поставил у себя на ферме капканы. Я решила, что мне тоже не помешает поставить пару капканов на своей земле. Но Барлин хочет смазать свои капканы ядом, а мне нужны обычные капканы. Барлин поставил у себя на полях отравленные капканы? Яда он, хвала создателю, еще не добыл, так что на его полях попросту полным-полно капканов. Он такой со странностями. Почему тебе просто не купить капканы? Их нету. Барлин скупил все капканы в деревне и расставил на своих полях. Извини, я не умею делать капканы. Извини, что отняла у тебя время. Да ладно, чего уж там. Что у меня, кстати, из навыков-то? Убеждение, тактика, боевая подготовка. Ладно, давайте искать еще с кем можно поговорить или что найти можно. Еще один запертый сундук, пусть Лиана его нам откроет. И там булава. Не особо полезная вещь. Ты уже нашел себе ночлег? Не прохлопал ушами? Это типа намек, что я эльф? Что? В Лотеринге полным-полно беженцев. Может, в амбаре Алисон и сыщется местечко? Да говори уже. Вообще-то я рассчитывал, что это вам не помешает моя помощь. Нам сейчас не нужны мечи. Нас другое волнует. Что людям есть, где им спать. Да и ты ведь, наверное, не разбираешься в настойках, лекарствах или травах. Я немного смыслю в травоведении. Что ж, тогда ты сможешь принести нам много пользы. В Лотеринг приходит множество разных путников, и среди них немало больных или раненых. Мы делаем все, что можем, но нам не хватает лекарств. В лесах к северу отсюда растут целебные травы. Если сделаешь пару-тройку я запишу все, что... Больше, чем просто растения. Ну как? Удалось тебе... Вот они мне не понадобились. Травы? Сейчас посмотрим, что там вообще по заданию у нас. Изготовить припарки. Малые целебные припарки для раненых. Трех припарок, мне не жалко. Удалось. Это поможет мной. Зато я получил 50 серебряных монет. Деньги сейчас для меня намного важнее, чем припарки. Скажи мне вот что, Морик. О. Неужели ты прожила в том лесу всю жизнь? Иногда я уходила оттуда, но всегда возвращалась. А в чем дело? Что тут странного? Это был мой дом. Но ведь там были только ты и твоя мать. И больше никого? У матери иногда бывала компания. Что? Компания? Даже не знаю, хочется ли мне уточнять. Нет, думаю, что не хочется. Опять они говорят между собой. Надо будет почище брать Морриган и Алистера в отряд, чтобы они разговаривали по душам. Итак... Давайте поговорим вон с теми варварами, может быть, у них что-нибудь такого. Хасель. Бойня в диких землях, от которой мы бежали, была просто чудовищная. Да вы же слепые равнинные кроты. Что вы можете видеть? Хасинд никогда не опустится до воровства. А вы, болотные крысы, все воры и лжецы. Хватит! Люди здесь и так перепуганы и доведены до крайности. Не хватало еще, чтобы вы... Сохранение игры? А как же мои припасы? О, погодите, возьмем квест. Опа. Привет. Ты меня в плен не брал? Мне нечем позабавить тебя, эльф. Оставь меня в покое. Кто ты? Пленник. Я в клетке, разве не видно? Посадила меня сюда. Не очень ты уж и разговорчивый. Преподобная мать сказала, что он вырезал целую семью. Даже детей. Да, она так говорит.
Стэн из Бересаада, Авангарда. Из народа Кунари. Кунари? Если ты не слышал о нас, это твое и только твое упущение. Хоть это и не важно, но уже скоро я умру. Почему же? Гордые и сильные создания посадили в клетку, как приманку для порождений тьмы. Если нам он не нужен, давайте выпустим его хотя бы из сочувствия. Ты кому-то сочувствовать умеешь? Не ожидал. О, я согласен с Алистером. Еще я бы посадила туда вместо него Алис. Нет, вот этого я как раз ожидал. Милый разговор. Что ты такого натворил, что очутился здесь? Меня обвинили в убийстве. Неужели селяне вам не рассказывали? А это действительно твоя вина? Ты спрашиваешь, чувствую ли я себя виноватым, или в ответе ли я за содеянное? В ответе. Что бы я ни чувствовал, что бы я ни сделал, жить мне осталось недолго. Какой-то ты пессимист. А тебе бы не хотелось искупить свою вину? Если ты чувствуешь себя виноватым, зачем ты это вообще сделал? У тебя... такая завидная память или такая жалкая жизнь? Тебе не знакомо чувство запоздалого раскаяния? Сколько ты тут уже сидишь? Уже 20 дней. Дольше, наверное, не продержусь. От силы неделю. Кого ты убил? Семью с фермы. 8 человек, не считая детей. Что ж ты такой жестокий? А тебе бы не хотелось искупить свою вину? Смерть станет для меня искуплением. Это не единственный Может способ. Быть. Какое же искупление ты считаешь соразмерным моему злодеянию? Ты можешь помочь мне защитить эти земли от Мора. От Мора? Значит, ты Серый Страж. Почему ты спрашиваешь? До моего народа доходили легенды о силе и умениях Серых Стражей. Какой-то я маленький в сравнении Впрочем, с людьми. Не каждая легенда обязана быть правдой. Почему-то действительно намного меньше их. Сейчас посмотрим после того, как я поговорю, правда я такой маленький или все-таки нет. Возможно, согласиться, если ты скажешь ей, что Серым Стражам нужна моя помощь. Впрочем, я так и... Что ж... Хорошо, давайте его вызволим. Голодную смерть или отданным на растерзание порождением тьмы? Никто такого не заслуживает. Даже убийца. Все ему сочувствуют. Ну да, я эльф и размером со среднюю женщину людского рода. Обидно как-то быть таким карликом. Даже эта Лилиана больше меня. Ну ладно, давайте тогда побежим и освободим Стэна из Бересаада. Потому что, ну, чувак, видимо, мощный. Кунари. Думаю, он вполне пригодится нам в борьбе с Мором, если он, конечно, не обманет и пойдет с нами. Если уж тебе так нужно об этом спрашивать... Давайте немножечко... Потому что это ранит мои чувства. Все до единого. Распасуем тут. Так, а какие мне яды нужно изготовить? И прочее, не знаю. Оба просите изготовить подходящий яд. 3 бутылок яда будет достаточно. Животный яд. Значит, животный яд. Поищем 3 животного яда. Если найдем, то... будем использовать. Так они там опять беседуют, надо посмотреть. Тупиц не берут в храмовники. Стало быть, я ошиблась. Ты потряс меня до глубины души. Неправда, не потряс. Ты меня даже не слушаешь. Надо же, ты все-таки смышленнее, чем кажешься с виду. Ваша церковь должна тобой гордиться. Не люблю церковь. Честно говоря, в играх ее все время преподносят как какой-то оплот зла. Где все время собираются властолюбивые уроды, которые с помощью законов и прикрываясь Богом творят бесчинство. И так все время. Не знаю даже, какую игру привести в защиту, ну, которая бы могла опровергнуть мою теорию, что церковь повсеместно изображается в уродском виде. Паттер Грич. Да. О, это тебя же я ищу. У меня письмо тебе от блэкстоунских волонтеров. Знал я, что это время придет. Надо было слушать сестру. Она говорила, валяй, подпиши бумажку. Ты сейчас, конечно, получишь денежки, только ведь они еще вернутся. Думаю, мы увидимся в авангарде боя. Ну, хорошо, не пришлось тебе намыливать рожу. Эй, ты, сударыня, как тебя звать? Ты какая-то странная. Я эльф. Не ты первый это заметил. А теперь отведи свой взгляд.
Я терпеть не могу, когда на меня слишком долго таращатся. Ты уж лучше к этому привыкай, потому что я с тебя глаз не спущу. Нам тут неприятности ни к чему. Предупреждаю, драться здесь запрещено. Ну тогда держи свои руки при себе. Добрый день, сестра Лилиана. Не думала, что ты еще в Лотеринге. И я рада вас видеть, ваше преподобие. Итак, чем же я могу тебе помочь? Болтовня у нас всю серию сегодня. Я хочу поговорить о Стэнни Кунаре, которого ты заперла в клетке. Может, было бы милосердней сразу его казнить? Но пусть его участь будет в руках Создателя. Зачем он тебе нужен? Что если смерть этого Кунари осложнит отношения с его сородичами? Создатель требует правосудия для всех, независимо от того, к какому народу они принадлежат. Что он совершил? Вырезал целую ферму. Один только малыш и сумел уцелеть. Вовремя спрятался. Малыш рассказал, что его отец нашел этого Кунари тяжело раненым и приютил его под своим кровом. За доброту мерзавец отплатил убийством. Когда его обнаружили люди Банна, он так и стоял посреди окровавленных трупов и не стал сопротивляться. Ты уверена, что это его рук дело? Он охотно признался в своем злодеянии, но так и не назвал его причины. Даже закаленные в боях рыцари, которые брали его под стражу, были потрясены. Знаете, мне история с Стэном напоминает чем-то Джона Коффи из «Зеленой мили». Такой же большой великан, который якобы кого-то убил, а в итоге он оказался весьма добрым. Но, правда, Стэн выглядит более злобным, чем Джон. Как я могу убедить вас выпустить Кунари? Мы с тобой станем убийцами его следующих жертв. Я думал, что ты смогла бы выпустить его под мою опеку. А что ты на это скажешь, Лилиана? Ты своего спутника знаешь лучше, чем я. Сейчас тяжелое время, ваше преподобие. С нами Кунари может принести пользу. Я в этом уверена. Не было бы наше положение столь безнадежно. Хорошо, я тебе верю. Вот ключи от его клетки. Да хранит тебя Создатель. Да хранит спасибо, у нас всех. Ваше преподобие. Мы оправдаем ваше доверие. Отлично. Все, больше преподобия вы мне не нужны. Что еще? Давайте обшарим тот сундук с помощью Лилианы и освободим Стэна. Блин, надеюсь, он не убьет меня, пока я буду спать, иначе это будет очень обидно. Бронзовый символ Андрасты получили. Халявный подарочек. Надо будет потихонечку налаживать отношения со всеми спутниками, потому что... Нужно, чтобы они все ко мне хорошенько относились. Так. Черт. Я думал, это какой-нибудь квестовый персонаж в углу затесался. Ну ладно. Те, кто сразился с Керной, но выжили, превращаются в вурдалаков. Их разум мутнеет, и они ищут порождение тьмы и служат им, пока не умирают в мучениях или не исчезают под землей навеки. Как все печально. Но, думаю, с серым стражем такое не грозит. Потому что они серые стражи и как бы уже подвергнуты скверне. Честно говоря, магам довольно приятно играть. Мне бы хотелось узнать, веришь ли ты в Создателя? Конечно, нет. Мне не свойственен примитивный страх перед Луной, а потому не приходится верить в сказки, чтобы спать по ночам. Но ведь невозможно, чтобы мир существовал только по воле случая. Духи, магия, все эти чудеса, которые окружают нас. Ты же знаешь, что все это существует. Но это еще не значит, что их сознательно сотворил некий вечно отсутствующий бог-отец. Стало быть, все это лишь игра случая? И то, что мы все оказались здесь, одно только счастливое совпадение? Бесполезно и пытаться поставить порядок выше хаоса. Природа по своей натуре хаотична. Я в это не верю. Я верю, что у нас есть цель. У нас всех. Твоя цель явно в том, чтобы мне докучать. Да, Мориган просто со всеми стремится разругаться и поскорее, видимо, свалить из отряда. Либо ее просто ночью все дружно убьют. Ты хочешь от меня чего-то еще? Так, давайте откроем ему сначала, видимо. Вот,
навелось. Значит, вот так это делается. Я пойду за тобой в бой. Так я обрету искупление. А если ты разозлишь... Нет, это не то, я думал, это если он разозлится. Спасибо, Стэн, я рад, что ты с нами. Может, пойдем? Не хочу здесь задерживаться. Окей. Но, к сожалению, в отряд я тебя сейчас не возьму. У меня просто предметов нету, которые можно было бы тебе одеть. Шатайся где-то невидимо рядом с нами. Ну, вроде трындеж закончился. Теперь давайте пообыскиваем немножечко округу. Посмотрим, что у нас тут есть, что мы еще не обыскали. И повыполняем задания, которые нам дали. А вот и разбойники. Отлично, надо их сейчас будет всех конусом-то покрыть. Погодите, я Альстра. Не за Дина, надеюсь. А, это Лилиана бегает. Лилиана, тупая, куда ты? Готово. А, я по ней нечаянно задел. И нет возможности ее никак вылечить, да? Понятно. Вот как все складывается. Ой-ой-ой-ой. Еще бы чуть-чуть, и нас всех грохнули бы. Но думаю, сейчас мы уже победим. Два лучника осталось, они... Небольшая угроза. Отлично. Только Лилиана у нас откинулась, потому что побежала в ближний бой. Глухота. Штраф к защите. Ну, извини, Лилиана. Не надо было бежать и попадать под мою... Под мою магию. Ну, ладно. Это, видимо, еще не все разбойники, потому что нам квест не засчитали. Давайте еще пошаримся, может быть, найдем еще кого. И, пожалуй, надо сохраниться, потому что... Как-то слишком быстро положили Лиану, может быть... В следующий раз нас положат еще больше. Дерево-ориентир. Каждый вашего пса очень интересен этот элемент пейзажа. Ну, ладно. О доминировании Мабари. Ну... Видимо, какие-то бонусы ему за это дадутся. Вот, доминирование Мабари. Мабари помечает ту область, как свою... Эту область, как свою территорию. Теперь гончая будет решительно защищать ее в случае необходимости. Ясно. Надеюсь, ей не придется во время боя с порождением тьмы на кого-нибудь из них облегчаться. Чтобы задоминировать насмерть. О, еще разбойники. Только теперь у них тоже собака. Какая прелесть! Ждем их тут. Но блин, я хотел, чтобы они подбежали и их заморозил. Давайте вот так вот их заморозим. Хотя бы вот этих двух. Пусть нам предводитель их не мешает, пока мы разбираемся с его свитой. И займемся пока остальными. О! Спасай! Блин, каменный кулак очень полезное заклинание. Оно позволяет оглушать противников. О, Алистер! Ты хорош! Кстати, мы не всех сагрили, там еще осталось немного. О, вот, видимо, и сет как раз-таки для Стена. Давайте заберем его себе. Я пошел. Да, их можно аккуратно вот так вот агрить магом и... А Лилиана тупая нападает. Дави их. Но ничего трудного нету. Наш маг вполне силен и может за себя постоять. Задание обновлено. Уничтожить разбойника. Отрисовался с двумя разбойничьими шайками к северу от Лотеринга. Осталась еще одна. Ага, их значит три шайки. Ну ладно, разберемся с ними сейчас со всеми. Одна у нас была в пшеничном поле, одна на берегу. Одна, скорее всего, где-нибудь в
вот у того тракта. Интересно, неужели правда раньше такие тракты строили? Ну, я не знаю, на них слишком много сил уходит. Не проще построить просто каменную дорогу, чем вот эти вот колонны возводить. Не нужно было далеко идти, чтобы найти еще одних разбойников. Они достаточно близко за углом были все это время. Давайте, убивайте Мабари. Извините, песики, но вы, к сожалению, не в моей команде. Блин, неужели все стреляют именно по серому стражу? Его, к сожалению, очень сильно застреливают. Он единственный пока из отряда, кто достаточно сильно страдает. Но хорошо, что у него более-менее жизни по сравнению с другими магами. Возможно, нам это пригодится. Да вы не стойте, идите скорее, убивайте их. О, Морриган неплохо так закастовала. О, разбил. И Алистер опять доминирует своими жестокими ударами. Вот и все, теперь от разбойников мы избавили Лотеринг. Но, к сожалению, нам нужно еще сделать яд, желательно, но яда у нас пока что нету. Булыжник и куча беженцев собралась. Давайте подойдем с ними и поговорим, только сначала заберем, что тут в булыжнике лежит. Может быть, тут кто-нибудь деньги спрятал? Нет, тут у нас пластинчатые перчаточки. Давайте оденем Лилиане. Пластинчатые ботинки. Не надо. Алан. Алистер. Ты у нас что можешь одеть? Ты у нас можешь одеть... Ничего толком ты одеть, к сожалению, не можешь сейчас. У тебя силы ни на что не хватает. Слабоват. О, привет, беженцы. Ты серый страж. Я не знаю, вправду ли вы убили короля Кайлона. И прости меня, создатель, мне все равно. Но награда за твою голову может прокормить целую арабу голодных ртов. Бей! Ну, блин. Теперь из-за этой проклятой награды на меня будут охотиться все. О-о-о-о! Ну нифига ж их тут набежало. Это простые беженцы. Это не солдаты, поэтому с ними будет, наверное, полегче сейчас. К тому же я еще и маг. Не знаю, нападать добровольно на мага это достаточно опасная затея. Еще и на отряд вооруженных людей, при том, что у вас ни доспехов нету, ни нормального оружия. Не зря же магов боятся все. О, пес единственно сильно пострадал. Видишь что-нибудь интересное? Ничего не нашел. Жалко. Ничего мы с них не получили, к сожалению, с беженцев. Но и у них и самих-то ничего толком не было. Пришлось их поэтому и убить. Да чего же доводит людей крайность, когда у них просто нет выбора, что делать. И приходится нападать, лишь бы выжить. Порождения тьмы оскверняют землю. Воздух становится непроглядной тьмой. Еще одни паникеры, не знаю, что они так паникуют. Бежали бы просто от порождения тьмы уже, а вы их просто сидите и ждете тут. Глубинный гриб. Может быть, я и займусь когда-нибудь этим крафтом, но только не сегодня. К сожалению, у нас пока навыки толком не прокачаны. А вот сейчас мы сдадим квест, и, скорее всего, получим повышение уровня. Нет, ничего, по-моему, нету. Благословенны хранители мира! Защитники справедливости. Окей, да, я получил уровень и 3 золотых монеты.
Теперь я могу выбрать специализацию. Я выбираю мага крови. Малификар. Который был освобожден обетом серых рыцарей от нахождения в башне. И будет творить магию крови у всех на глазах. И никто не обратит на это внимания. Темное притяжение магии крови ощущает каждый маг. Эти темные ритуалы, принесенные в наш мир демонами, задействуют силу крови, превращая жизненную энергию в ману и давая магу власть над чужим сознанием. Однако за такие возможности приходится дорого платить. Чтобы применить их, маг должен пожертвовать собственным здоровьем или здоровьем своих союзников. Вот это выбираем. Телосложение на... Ну, хитрость на один апаем. Телосложение на один и магию на один. И берем магию крови. Тут без выбора, как бы. Ну-ка. Не знаю, куча храмовников тут стоит, и всем пофиг, что я стал магом крови прямо у них на глазах. И целая куча заданий. Когда нападают медведи? От имени фермера Теда и его спокойного сына пишу я сие послание. Именем Создателя я призываю всех, кто умеет обращаться с оружием и доспехами, бросить вызов опасностям Северного леса и отыскать семейство медведей, которые покалечили и убили мальчика Эннета. Сии твари суть чудовища, оскверняющие взор Создателя, и гибель их принесет великий покой северным фермерам, а также утешение семье Теда. Как проповедник Лотеринга, я обязуюсь уплатить один золотой всякому, кто в воле Создателя исполнит дело сие. Будьте осторожны, да осенит свет его всех вас. Последний подарок. Спасибо всем местным жителям, кто в эти мрачные времена открыл для беженцев свои амбары и огороды. В церкви постоянно звучат благодарные слова наших прихожан, и ваши добродетельные деяния восхваляются во многих молитвах. Увы, в деревне есть осиротевший мальчик, чья мать, хозяйка Сарха, пропала. Поскольку к этому времени, когда пишутся сии слова, миновала почти неделя после ее исчезновения, Сарху полагают мертвой. Да благословит Создатель ее небесный путь, была она женщиной средних лет, рыжеволосая, любила носить зеленый плащ. Если путники, либо местный житель наткнется на нее в лесах, пусть вернет ее тело или же вещи, которые сыщутся на бренных ее останках. В грядущие годы мальчик будет с благодарностью взиять на сии прощальные подарки, которые напомнят ему об отважной его матери. Дом проповедника возместит сии добрые хлопоты с суммой в 50 серебряков, да воззарит нас всех Создатель. И на этом, я думаю, мы закончим сейчас и продолжим выполнять квесты в Лотеринге уже позже. С вами же был Друманин Дрин. Всем большое спасибо, что смотрели. Сегодня была достаточно насыщенная серия, и я постараюсь снимать видео почаще. Я понимаю, что бывают иногда перерывы, но, сами понимаете, стараюсь, насколько могу. Если будут какие-то вопросы или пожелания, обязательно пишите, будет приятно почитать. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. С вами был Друманин Дрин. Всем удачи. Пока.